60 годів від епохи отіплі Грушова і застою Брежнєва. Якщо думати об епохі Грушова, то одразу спомінається десталінізація, смягчення цензури, можливість для писателів бути більш свободними і іскреними. Эпоха Брежнева – это возвращение консерватизму к жесткой цензуре, которая рождает самиздат. Подпольное издание запрещенных книг и диссидентство, несогласие с политикой коммунистической партии и протест в защиту прав человека. Талант Петти Сибели Ахмадулиной был сразу же отмечен ее будущим первым супругом, поэтом Евгением Евтушенко. И Евтушенко и Ахмадулина относились к поэтам шестидесятникам, к поколению, которое после 20-го съезда Коммунистической партии Советского Союза выступало за демократический социализм с человеческим лицом. Сегодня Вера и Ахмадулина и полетели, словно бабочки, в страну любви. Волшебную, прекрасную и единственную страну, где бывает счастье. Сама поэтесса в начале жизни, кажется, обманывает себя, думая, что в любви все прекрасно и не надо ничего бояться. Но потом, со временем, понимает свою наивность, сильно страдает и страна любовь превращается в обманную неверную страну. Все-таки в конце надежда умирает. Как бедный, так и каждый из нас. Несмотря ни на что, необходимо верить в любовь, как в весеннюю страну.